ДТП в Анапе. Под колеса автомобиля на улице Крылова попали сосны. Авария произошла 15 февраля. Машина не вписалась в поворот и буквально вырвала с корнем деревья, а затем врезалась в забор. Водитель превысил скорость и не справился с управлением. Виновнику ДТП помимо штрафа теперь придется восстанавливать ущерб. Он выбил все там, от бордюров до ограждения и до елок. Я что ли буду делать теперь? Он должен прийти, все восстановить, елки посадить, забор ровный поставить, раз ездить не умеет. Определить кто, доложить, тогда сделать все.